А здесь куют кадры в сфере культуры и искусства для всей республики. Образование в БГУКе максимально приближено к практике. Выпускник действительно получает на руки профессию, а не просто диплом. Университет культуры открылся в 1975 году, и фактически тогда был всего один факультет, и постепенно мы превратились в ведущее учреждение образования в сфере культуры. Мы готовим фактически для всех направлений культуры специалистов и такой самый крупный вуз в сфере культуры. Отсюда выходят хореографы, специалисты по театральной деятельности, руководители музыкальных коллективов, культурологи, менеджеры, специалисты в сфере рекламы, естественно, библиотекари, информационщики в сфере культуры. С нового учебного года в Белорусском государственном университете культуры и искусств будут готовить режиссеров цирка. Направление будет действовать только в заочной форме. Также впервые откроется набор на специальность библиотечно-информационная деятельность, цифровизация и аналитика. Это тоже требование времени. Гордость вуза – спортивно-культурный центр, который распахнул свои двери 2 года назад. Это студенческая база для занятий физкультурой. Здесь большой спортзал с трибунами, 15 теннисных столов и 2 тренажерных зала. Заниматься могут как студенты БГУКи, так и жители района.